Расходы жителей Прибайкалья становятся все больше, ведь растут цены и инфляция. Темпы последние за год ускорились. Почему и каких сфер эти изменения коснулись в первую очередь, объясним далее. Магазин – это место, которое объединяет жителей Иркутской области. Все мы регулярно заглядываем в торговые точки, чтобы наполнить холодильники. Список самых популярных и необходимых товаров называется потребительской корзиной. Ее средняя стоимость из года в год растет. Это и есть инфляция. Она в регионе за прошлый год выросла до 8,2%. И это выше среднего показателя по Сибири и по стране в целом. Такие данные приводит Банк России. Годовой рост цен ускоряется по двум основным причинам. Первое – производители и поставщики закладывают в цены свои затраты, а они сильно выросли. Например, у производителей мяса и молока увеличились расходы на зарплаты работникам, так как их стало сложнее привлекать и удерживать. У кондитеров увеличились затраты на яйца. Этот продукт сильно подорожал. Тепличные хозяйства стали больше тратить на семена, удобрения, зарплаты и логистику. Отсюда подорожание овощей. Вторая причина ускоренного роста инфляции – высокий спрос на отдельные непродовольственные товары. Например, на подержанные автомобили и шины. Но к декабрю годовая инфляция в регионе все же замедлилась сразу на 1,5%. Это связано с тем, что в конце 2023-го не проводили индексацию тарифов на коммунальные услуги, в отличие от декабря 2022 года. Юлия Шинкарюк, Дарья Эйвазова. Новости по будням.